Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатно. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Это замечательный был человек. Прекрасный руководитель. Ответственный. Очень уважительный. Я думаю, для жителей Диноса это потеря, потому что все его заботы были о родном заводе, о родном поселке. Мне пришлось быть руководителем города определенное время, и у меня не было никаких забот насчет Диноса. Я знал, что там есть человек, который всегда дело свое делает. Для меня это очень личное, потому что мне довелось в своей жизни поработать под началом Ефима Исеевича. Часть своей жизни я отдал Первоуральскому диносовому заводу. Всегда, когда я заходил в кабинет к Ефиму Исеевичу по каким-то служебным там надобностям, да, у меня всегда такое было ассоциация, что ты всегда получишь что-то, какое-то доброе наставление, какой-то совет, который тебя подбодрит. И вот он всегда такой остался у меня в сердце и в памяти. И когда я узнал про эту новость, мне очень стало действительно как-то грустно, как-то и действительно это большая потеря для именно для всего города. Ушла эпоха, получается. Но как бы жаль. Он столько всего сделал, и не только для Диноса, для всего Первоуральска. Он много помогал Первоуральску. Я в силу своей специальности работала с ним периодически, непосредственно. Очень хороший человек. Как он как начальник? Замечательный. Даже слово «был» вот не поворачивается язык сказать. Очень замечательный человек. Я при жизни не смогла этих слов сказать и очень сожалею. Благодаря Ефиму Моисеевичу я выжила как предприниматель. Мой магазин находится рядом с Диносовым заводом. Я 20 лет порывалась сходить и сказать ему слова признания. Так получилось, что я не смогла этого сделать при жизни. Сегодня я вам обязательно скажу. Чем он вам помог? Каким образом? Тем, что предприятие стабильно работало. Стабильно получали люди зарплату. Стабильно заходили ко мне в магазин. И я выживала все эти 90-е. 2000-е годы очень сложно было. Завод мне, в принципе, помог реализовать товар, который они работали по бартеру. Тогда бартер же был. И вот это все вместе взятое. Народ, который он вокруг себя сплотил, работая в такие тяжелые времена, они выжили, ну, благодаря умению, такту вот этого руководителя. Руководителя с большой буквы. Это необыкновенный человек, потому что, вы понимаете, вот он, как он решал социальные вопросы. Он все делал для людей. Поэтому я даже помню еще, когда я приезжала на ваш завод, я была начальником отдела труда, и он выступал перед коллективом. Сплошная забота о человеке, я бы так сказала. Согласны со мной? Вот это его очень, из-за этого его все очень уважали.